Молодой человек по имени Брайан стал учиться в университете. Ему не хватало денег, чтобы жить в студенческом общежитии, и ему пришлось снять для себя небольшую комнатку в городе. После того, как он пожил там некоторое время, он стал замечать, что в квартире происходят странные вещи. Часто, когда он возвращался из колледжа, шторы в спальне были завешены, хотя он точно помнил, что, уходя утром, оставлял их открытыми. Кроме того, некоторые вещи в квартире оказывались не на своем месте, а некоторые и вовсе пропали. Эти странности стали пугать Брайана. Он решил обсудить это со своими друзьями, Тришей и Алексом. Они встретились с ним в местной закусочной за чашечкой кофе, и он рассказал им обо всех странностях, что происходит у него в доме. «Может быть, я просто параноик», — сказал Брайан, «но у меня есть серьезные подозрения, что кто-то вламывается в мою квартиру, когда я ухожу в университет, и...» «И что?» — прервал его Алекс. «Задвигает шторы и передвигает твои вещи? Кто в здравом уме будет делать такое?» «Это звучит глупо, но, возможно, кто-то пытается тебя напугать», — сказала Триша. «Это возможно. Если это правда, я думаю, лучше всего обратиться в полицию». «А что полиция может сделать?» — сказал Алекс. «Они не будут тратить свое время, чтобы установить за твоей квартирой наблюдение. Кроме того, нет никаких повреждений. К тому же, вещи твои не поломаны, нет признаков взлома. Короче говоря, нет никаких доказательств». «Так что же мне делать?» — взмолился Брайан. «Я не могу просто ничего не делать». «Я знаю, как ты можешь успокоиться», — сказала Триша. «Это просто. Возьми видеокамеру, установи у себя в спальне и поставь ее на запись, когда уйдешь в колледж. Если кто-то действительно пытается тебя запугать, ты покажешь запись полиции как доказательство». «Знаешь, это отличная идея», — сказал Брайан. «А если ты в самом деле параноик и сумасшедший, ты можешь показать эту запись психиатру», — пошутил Алекс. Тем вечером Брайан позаимствовал видеокамеру Триши и принес ее домой. На следующее утро он незаметно спрятал камеру под несколькими папками на столе. Перед тем, как уйти в колледж, он нажал на кнопку записи. Пока он сидел на лекциях, он даже не вспоминал о видеокамере. И лишь когда он вернулся домой, он вспомнил о своем плане и пошел в спальню. Достав камеру, он остановил запись и позвонил по мобильному телефону Трише. «Эй, Триша!» — сказал он. «Я только что вернулся домой и собираюсь посмотреть видео». «Здорово», — ответила Триша. «Не вешай трубку, рассказывай мне, что увидишь». Он нажал на кнопку воспроизведения и стал смотреть на маленький экран видеокамеры. Он увидел себя, как он собирается утром в университет и закрывает двери спальни. Затем ничего не было. Он нажал на кнопку ускорения, проматывая видео. В комнате ничего не происходило. «Ничего не происходит», — сказал он. «Я могу подождать», — ответила Триша. «Все равно сейчас по телевизору нечего смотреть». «Ой!» — вдруг воскликнул Брайан. «Что? Что?» — взволнованно переспросила Триша. «Двери открываются», — сказал Брайан. «Это женщина. Что она делает?» — спросила Триша. «Она просто стоит, закрывает дверь, ходит. Как странно. Как она выглядит?» «Не могу разглядеть ее лицо. У нее длинные вьющиеся волосы, она одета в мятое платье. Ты ее узнаешь?» «Нет, совсем не узнаю. У нее нож. Большой кухонный нож. Она копается в моем мусоре. Теперь она собирает мою одежду и принюхивается к ней. Ой, какая гадость. У нее явно с головой не лады. Она идет к шкафу и забирается в шкаф. Сделай быструю перемотку, посмотри, что она еще натворила». Он промотал видео и снова нажал на кнопку воспроизведения. Но комната была пуста. «Ты понимаешь, что это значит?» — сказал Брайан. «Теперь у меня есть доказательства. Я могу пойти с этим в полицию, и они отнесутся ко мне со всей серьезностью». «Я понимаю», — сказала Триша. «Им придется. Алекс сойдет с ума, когда увидит это. Нет никаких сомнений. Он не поверил тебе, а я поверила. Да, ты хороший друг. Ой, что, что?» Брайан снова нажал на воспроизведение. «Дверь опять открывается», — сказал Брайан. «Кто это?» — спросила Триша. «А, нет, это все нормально», — сказал Брайан. «Я вернулся из колледжа». Он увидел, как подошел к камере и отключил ее. «Иди в полицию прямо сейчас», — сказала Триша. «Я пойду с тобой, мы покажем им запись». «А хорошо, я буду у тебя через 15 минут», — сказал Брайан и схватил видеокамеру. «Хорошо, подожди минутку», — сказал Триша. «Ты сказал, что она залезла в шкаф. А
Она из него вышла? Брайан, она вышла из шкафа? Мороз побежал по спине Брайана. Он услышал, как сзади него со скрипом открывается дверь шкафа. «Брайан! Брайан, беги оттуда!» — закричала Триша, но было уже слишком поздно. Связь оборвалась. Когда она попыталась позвать его еще раз, ответа не последовало. Вечером того же дня полиция обнаружила тело 18-летнего студента, лежащего в луже собственной крови. Ему был нанесен 21 удар ножом. В холодных мертвых руках он сжимал видеокамеру. Когда полиция изучила камеру, они обнаружили, что карту памяти из нее вынули. Никаких следов женщины не было найдено. Сейчас она может скрываться в вашем шкафу. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, ставьте большой палец вверх и, конечно, спасибо за внимание.